Начало 2015 года для культурной столицы Беларуси ознаменовалось циклом разного рода выставок и вернисажей. Свой творческий маршрут из Бреста в этом году начала и Международная ассоциация фитоэкологистов «Флорисима», на счету которой не одна экспозиция в самых разных точках мира. На большой карте городов – Салоники, Прага, Ереван, Вена. Знаменательно, что первая запланированная в 2015 году выставка прошла именно в городе над Бугом. С администрацией краеведческого музея велись переговоры, и было решено привести сюда экспозицию. Вопрос был в следующем, то есть как составить, исходя из чего составлять экспозицию этой выставки. Вот. И поскольку наша задача организации – это популяризация флористического коллажа как нового вида искусства, вот, мы решили составить экспозицию из тех направлений, тех техник, которые на сегодняшний день существуют. Представленный на выставке вид искусства в каком-то смысле пока новичок. Строится он по принципу трехмерной композиции на вертикальной плоскости. Коллаж – хорошая возможность для автора сочетать на первый взгляд совершенно несочетаемое. И вот из этого несочетаемого автор добивается уникальности. Красота фитошедевров дарит многим литераторам творческое вдохновение. И с моей стороны определенный вклад. Я, к примеру, пишу стихи, и вот этот каталог, некоторые части, он оформлен с моими стихами. «Солнышко лучик творит чудеса, когда он доходит до наших сердец. Мы будто возносимся на небеса и сами готовы к творению чудес». В Бресте выставка пробудет до конца февраля. Финальным аккордом вернисажа станет мастер-класс от настоящих профессионалов, который состоится в последний день зимы в Брестском областном краеведческом музее. Далее экспозиция отправится в Южно-Сахалинск, Ереван и в Париж.